Начнем выпуск с обзора происшествий. ДТП, в результате которого пострадал ребенок, произошло накануне выходных. В вечернее время на улице Меленковская у дома 3/2 63-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson допустил наезд на 6-летнего ребенка, стоявшего на бордюре. В результате дорожно-транспортного происшествия у юного пешехода диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом левой берцовой кости. Ребенок находится на амбулаторном лечении.